болел А с каким же счетом? Доброе утро. 3-2. А, 2-2. Ничья? Ну, те, что вы... Нет, 3-2. Тоттенхэм выиграл. Короче, все смотрят. Опять утро начинается. Вот у них и все один и тот же забыл в Тоттенхэме. Так, мы смотрим. Сразу новости. Сегодня никакой праздник. День Победы. Прям в садик? А куда? Да? Так, мы завтракаем. Антоха выбрал яичницу, Афония творог с изюмом, но сейчас, походу, я им буду доедать. И пирожок с капустой, да? И с морковкой. И с морковкой? Хорошо. И смотрим. До парада 2 часа, да? Мы выезжаем на парад. Папа красивый. Мальчики красивые. Пап, ну я взяла на всякий случай. Что-то у нас было 3 детских. Что-то один. Один же сломанный был. А, да? Так, а тут как красиво. Это что такое, сурепка или как она? Так красиво зацвела. Помнишь мак вот там утрос? Ну да. Да, наверное, опять будет, да, там тоже зацветать мак. А он красный, видно. Ага. Мам, ты знаешь, когда мы приедем, я... Так, идем на парад. Ну давай, молодец. Ну так, молодец. Молодец. Да. Жена не должна быть, я ходить могу. А папа, что вы посмотрите? Недавно у нас был герой. Ага, я за машиной, да, мам, будет. Пока. А помнишь, кто не хотел идти со школы и бежал по тротуару, пока не видят учителя, да? Казачество, ура! Агрофирме луч, ура! 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 Привет! Лотерея. Нет, это тут, тут. Возле бара молодежный. Я сам. Я сам. 230. Если можно подрочить.
Хорошо. Нет. Афонь, ну как тебе на батуте? Все-таки выпросил за всю неделю, да? Ты рад? Я хочу напивать. Да, Виви, что такое? Вон он пошел, сказал. А, это... Все, хорошо. Все, купили танк трошику на 9 мая. Едем теперь поздравлять. Мама, ну а что он и здесь? И здесь сидел? Да Трофима же. Что тут у нас станица? Ну, люди так ходят. Мам, я даже не понял. Здесь. Что мне подарили? Что я подарил? Иди там, зарежь. Счастья, благополучия, мирного неба. Ура! Ура!